Привет, дорогие мои, с вами Дега Лариса и мои первые покупочки в 2023 году, которые я сделала по каталогу Oriflame. Если вы хотите приобретать косметику Oriflame более выгодно, в боксике под видео я оставляю ссылку для регистрации. Январский каталог один из самых выгодных в году, поэтому я сделала очень выгодные покупки, причем на те продукты, без которых я в принципе не могу, то есть они мне нужны для того, чтобы я выглядела так, как я хочу выглядеть. Но, тем не менее, начнем не с покупок, а с подарка. Потому что мне муж подарил очень приятный подарочек. И это серьги из коллекции Норхен. Они у меня уже на ушках. Очень нежные, очень аккуратные. Мне кажется, практически универсальные. И подойдут практически под любые образы. В общем, я очень довольна. Именно таких мне и не хватало в моей коллекции. В общем, довольна. Очень красивые. И я, конечно, покажу их более крупным планом вам, чтобы вы могли рассмотреть. Возможно, вы тоже хотите их приобрести. Качество Норхен, как всегда, на высоте, начиная от упаковочки, заканчивая самими серьгами, натуральные камни, в общем, красота неимоверная. И очень это и нежно, и элегантно, и вот, на мой взгляд, универсально. И перейдем к покупочкам. Каталог действительно прям вот классный. Я вот даже не знаю, что начать сначала показывать. Давайте начнем все-таки, наверное, с самого выгодного предложения, а это уже традиционные акции, которые у нас бывают в январском каталоге. Сделай заказ в декабрьском каталоге, сделай в январском и приобрети по супер обалденной цене либо wellness, либо парфюмы, либо new age. Я приобрела все, потому что, когда еще будут такие скидки? Конечно, я взяла омегу-3, она капсулированная, и она обалденная, и это здоровье. Омега-3 – это ненасыщенные жирные кислоты, которые не синтезируют организм, их нужно кушать. А это и здоровье сердечно-сосудистой системы, и нервной, и высокое качество омега-3, потому что 5-ступенчатая очистка оцелей тяжелых металлов, а это важно, чтобы не лечить и не калечить одновременно. Поэтому я люблю омегу, я люблю wellness. Конечно, сейчас акция идет при заказе на 150 баллов из каталога. За полцены можно взять wellness pack. Я взяла wellness pack, шикарная акция, как же этим не воспользоваться. Но вернемся все-таки к акции каталога. И я взяла туалетную воду Giordani Gold. Роскошная упаковка, обновленный дизайн и все такой же сильный, яркий аромат для независимой женщины. Я люблю, чтобы у меня были ароматы про запас. То ли себе захотела открыть, то ли на подарок, то ли клиенту вдруг срочно что-то надо. И по такой цене вот было грех не взять. Взяла также вот с этой же целью для подарков Innocent White Lilac аромат. Пахнет сиренью, причем натуральной, свежей. Девочки, если вы любите аромат сирени, вот не пропустите. Очень классный аромат, очень популярный. И особенно удивляет то, насколько компания передала это натуральное звучание сирени, насколько она не душная, насколько она свежая. И вот прям сирень, классный аромат. А, конечно же, New Age. Во-первых, сейчас идет 6% ахокислот. 60% скидки. Как их не взять? Это один из продуктов, который позволяет обновлять клетки так же быстро, как это было в молодости. И без пилингов не обойтись. А с возрастом эти пилинги должны быть очень щадящими и вместе с этим эффективными. Вот супер ответ. Конечно же, я взяла. У меня пока еще полбаночки, начатые мною ранее, кислоты 6%, и я понимаю, что она закончится, и вот у меня уже будет про запас, да еще и по такой выгодной цене. Конечно же, я взяла масочку. Если честно, если у меня еще заказы будут, клиенты, может быть, захотят и не захотят воспользоваться этой скидкой, я обязательно возьму себе еще таких масок, потому что они волшебные, да еще по такой цене. Это вот просто нанес и просто мгновенное обновление кожи, и бывают случаи, когда это особенно надо. Поэтому, делая заказ, вот не пропустите эту масочку, она, конечно, очень крутая. Еще по акциям New Age. Обычно, если вы приобретаете отдельно какой-то продукт из базовой коллекции, например, сыворотку или крем,
то эта скидка всего 20%. В этот раз скидка доходит до 32 или даже до 34%, что нонсенс, такого не бывало вообще. И при этом, приобретая любую из сывороток Nova Age, они все идут со скидкой, вы получаете в подарок силиконовую многоразовую маску. Я, во-первых, эту сыворотку люблю, причем я ее использую нестандартно, я ее использую на область под глаза, хотя компания не дает такой рекомендации, но это мой личный выбор. Я вижу, как классно эта сыворотка работает и разглаживает морщины в этой области. Поэтому, конечно, да, я ее обожаю. Ну, или если беру серию коллаген, то, конечно, и под крем наношу в том числе. Но для глаз она у меня в ежедневном базовом уходе, поэтому этот продукт тот, который у меня должен быть всегда. Ну и вот такая масочка, девочки, я ее использую каждый день. Редко какой день, я прям вот редко по пальцам посчитать, если за год, недели две я не использовала эту маску, то это прям реально много, потому что, мне кажется, даже меньше этих дней было. И я смотрю на нее, думаю, боже, ну вдруг ее снимут с производства. И я начала думать о том, чтобы взять про запас, чтобы она у меня была. Но мало ли, с учетом интенсивности, которой я использую эту маску, вдруг она не выдержит, да? И я думаю, что я буду без нее. Я просто реально не представляю свой базовый уход вот без этой штучки. А тут в подарок. Просто супер шикарное предложение. Это мой восторг. Еще, девочки, давно хотела приобрести кремы Royal Velvet. Они для зрелой кожи, они жирненькие, они питательные. И я, конечно, очень люблю Nova Age Ultimate Lift, но я понимаю, что иногда нужно менять какие-то другие кремы для того, чтобы кожа получила какие-то дополнительные компоненты. Ну и, естественно, отдохнула немного от основных кремов. И вот мне хотелось взять Royal Velvet, и вот я это сделала. К тому же такая шикарная скидка, просто невероятная. И чему я очень рада, так это тому, что дневной крем подвезли на склад. Это просто была радость неимоверная. Еще взяла масочку. Я эту маску использую сейчас, она у меня в уходе. Она у меня, в принципе, все время обязательно есть в уходе. Запах шикарный, текстура шикарная, эффект восстановления шикарный. Причем даже если вы используете вот просто как ночной крем для рук. Ну а если вы еще одели хлопковые перчаточки, эффект просто, кожа разглаживается, просто разглаживается. Ну и цена в этом каталоге очень на нее хорошая. Если говорить о кремах для рук, я взяла еще вот такие кремы. Настолько удачное обновление Love Nature кремов для рук. Они были классные, но сейчас они просто шикарные. По такой низкой цене такие шикарные кремы, мне кажется, они станут скоро, обрастут славой и станут одними из популярных кремов для рук в Oriflame. Очень удачное обновление, классно ухаживает, классно увлажняет, мгновенно впитывается. И вот действительно написано 24 часа увлажнения, ощущение именно такое, написано 48, ощущение именно такое. Очень классные кремы, и я периодически докуплю. К тому же в этом каталоге скидка самая большая за всю историю существования этих кремов. Взяла еще зубную пасту. Как-то у меня было много зубных паст. Куда они все подевались, я не знаю. Ну, понятно, сами используем. Ну, в принципе, тут 100 мл надолго хватает. Видимо, знакомые, друзья, клиенты мне активно в этом вопросе помогали и поразбирали. И в моем ящичке с запасами мыльно-рыльными, а у меня там коробочка такая, зубные пасты, мыло и зубные щетки. Как-то кинулась, а у меня штучки 3 всего про запас. То есть 3 клиента пришло, все, я без зубной пасты. Поэтому теперь, вот, наверное, каталога 3 подряд, по чуть-чуть приобретаю зубные пасты, чтобы у меня они были. Это отбеливающая зубная паста. Надо будет, кстати, попользоваться. Давно я отбеливающие не использовала. Взяла мыло, тоже ходовая вещь, и очень они классные в использовании, и аромат. Ну, качество мыл Oriflame, по-моему, общеизвестный факт. И взяла 3 разных в этом каталоге скидочка. Взяла еще 2 тканевые масочки Love Nature. Это обновленные масочки, чтобы у меня были, потому что тканевые маски — это обычно такая интенсивная восстанавливающая процедура. И очень классная палочка-выручалочка. Когда вы смотрите на себя, вам что-то не нравится, вы достали эту масочку, нанесли, все, красавица. Классные маски, и освежают очень хорошо, увлажняют очень хорошо, поэтому, конечно же, взяла.
На этом покупочки мои закончились, девочки. Что приобрели вы? Делитесь своими впечатлениями, и особенно буду рада, если расскажете о своих любимых продуктах, которые есть в этом каталоге. Ну и благодарю, что были со мной, и до новых встреч. Пока-пока. А эти продукты я использовала для своего макияжа и маникюра.